В Великобритании стартовали тренинги для украинских военных. Они проходят на нескольких полигонах. Чему учат представители вооруженных сил Украины, смотрите далее в сюжете. Обращение с автоматом Калашникова и британским комплексом SA-80, базовые полевые навыки, медподготовка, обращение с наземными минами. В Великобритании стартовали военные учения украинских солдат, которые анонсировал Борис Джонсон во время своего второго визита в Киев в середине июня. Мы с самого начала были готовы предоставлять вооружение, осуществлять подготовку по использованию этого вооружения. Украинский народ и армия смогут сделать то, что хотят на самом деле, а именно изгнать агрессора из Украины. Первые 1500 украинских солдат уже на Туманном Альбионе. Тренировочный лагерь, который находится на северо-западе Англии, посетил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Вы знаете, в конце этого процесса на первом этапе мы обучим 10 тысяч украинцев. Вы против России. Вам стоит убедиться, что вы настолько лучше, насколько можете быть. И это процесс, который мы здесь осуществляем. Министр отмечает, что Великобритания и другие западные партнеры Украины стремятся увеличить масштаб и регулярность подобных учений, которые крайне необходимы в украинских реалиях. Сейчас ведутся обсуждения о расширении таких курсов с другими странами, которые могут предоставить инструкторов и оборудование для тренировки украинских военных. Украина, очевидно, добавит свои знания и свой опыт. Здесь есть опытные офицеры и офицеры с передовой, которые знают, что происходит, знают, как сделать так, чтобы солдаты были лучшими. Правительство Великобритании обязалось предоставить военную помощь Украине уже в размере 2 300 000 000 фунтов стерлингов. В частности, это и боевая подготовка украинских солдат в учебных центрах Соединенного Королевства. Планируется, что британские инструкторы обучат 10 000 украинских солдат в течение 6 месяцев.